Каждый тюлень весьма внимателен к любому движению на окружающем его льду. Медведь может только надеяться подобраться поближе для нападения, воспользовавшись полыньями. А все не так просто, как кажется. Фокус в том, чтобы найти ближайшую от тюленя полынью, не попавшись ему на глаза. И не испортив сюрприз. Почти рядом. Однако подо льдом очень легко заблудиться. Проклятье. Как можно осторожнее.